Йоу! Всем привет, братья мои и сестры, друзья мои, подружки, и добро пожаловать в Call of Duty Mobile, о которой мне так много ребята говорили на прошлом видео по PUBG, значит. Значит, так, наши утверждатели в комментариях, значит, во-первых, как у тебя дела, рассказывай, значит, что у тебя нового, принес ли ты мне лайк, значит, пиши мне, я тебя почитаю полностью, а я тебе сейчас расскажу, значит, ребята, на видео по PUBG Mobile мне начали утверждать, что самое офигенное сейчас вот шутер прям такой, чтобы прям интересно было, это Call of Duty Mobile, говорит отец. То есть вот ты, говорит, в Warzone играешь, поиграй в Call of Duty Mobile, покажи, как у тебя там, что у тебя вообще, чем ты занимаешься и так далее. Сейчас мы будем осматривать с тобой, оценивать, как выглядит Call of Duty Mobile после выхода, да, потому что я снимал для тебя ее на выходе. Это было достаточно давно, да? Прошло время, игра изменилась, и мне очень интересно посмотреть, что и как. Я немножко потренировался, как говорится, попрокачивался. Сделал себе вот такую вот раскладочку. Значит, да, играю в 4 пальца. Получается, сегодня мы снимаем с тобой на iPad Pro. iPad Pro старого поколения, не новый, который самый. Но, тем не менее, идет все идеально, игра летает, и это очень радует. Вот, значит, сейчас мы посмотрим с тобой королевскую битву. Как она здесь выглядит, как она здесь играется, как она сексуализируется. Если ты хочешь больше всяких таких интересных мобильных игр на канале, значит, я обязательно поизучаю этот момент. Специально iPad достал, значит, подключил все, обновил его, знаешь, чтобы тебе поснимать всякие такие вот штуки. Поэтому не забывай ебать не царский, королевский, а мы приступаем. Поехали. Опа-на! Поле боя увеличено. Центр города. Новая область, черный рынок. В бой вступают танки? Что? Новое оружие и торговые автоматы. Это что, они столько всего добавили типа сюда? Выберите навык. Прыжок с парашютом. Поиск. Ускоренное движение и укрытие. Реанимация союзников. Борьба. Выживайте так долго, как сможете. Топ-1 победитель. Управление. Уля-ля, кишкюрюкюрю. Короче, они здесь сделали, в общем, от первого от третьего. Будем играть от первого лица с тобой. Значит, чтобы получать удовольствие. Это типа я, да? То есть это вот я. Это настоящий мужчина, типа тигриный лев, значит. Ну, ладно, короче, поехали. Ну чё, братишка мой, сестренка моя, давай получать сексуализацию. Игроки наполняются, знаешь, посмотрим, как лагает, не лагает она. Как бы, насколько она сексуальна. Сейчас должны быть, наверное, подергивания, пока у нас набирается, соответственно, отряды людей. Все бегают, все разыгрываются, все получают удовольствие. Нажмите, чтобы использовать классический навык. Это типа мой классический навык подлечить, да, мою жопку маленькую, вонючую, то есть получается. Понимаю, значит, можно сменить класс. Я сейчас врач? Какого хера я врач? Я не хочу быть клоун. Что, блядь? Игрушечная бомба. Ниндзя. Крюк, стреляйте, который притягивает вас к цели. Давай я буду ниндзей. Мне нравится быть ниндзей. Я буду ниндзей, сейчас как ниндзя буду уничтожать всех, соответственно, противников, бегать и так далее. Графически, значит, что мне игра напоминает графически? Она мне напоминает достаточно старые шутеры. Вот, здесь очень все низкополигонально, да, сделано. Но это логично, почему низкополигонально, потому что... Игра мобильная, да? Но, тем не менее, присутствует атмосфера своя, да? Особенно, это очень интересно. Игры на мобилках, это вообще, на самом деле, сейчас они развиваются очень сильно, и порой не понять, да, в каком направлении выглядит игра, да, изначально. Но вот здесь все достаточно высокотехнологично, это очень хорошо. Значит, давай посмотрим мы на карту. Очень неудобно, кстати, мне играть, на самом деле, на планшете. Надо привыкать к этому, он большой достаточно. Вот, а мы с тобой вот сюда, наверное, в пусковой центр прыгнем и посмотрим, что из этого выйдет, значит, что из этого получится. Да, в пусковой центр мы же долетим. У нас меточка как-то ставится? У нас меточка должна ставиться. Да или нет? Я метки не вижу здесь, да? Понимаю. Понимаю. Вон там вот пусковой центр, но я прилечу не туда, ладно. Я вот здесь вот полутаюсь. Я понял, значит. Я понял. Значит, я прилетаю вот сюда. Слушай, ну первые впечатления, это всегда очень интересно, на самом деле. Это первые эмоции, когда у тебя что-то новое, значит, когда у тебя что-то интересное, когда ты начинаешь понимание, да, присутствие того, что есть в игре, когда ты начинаешь чувствовать игру, как говорится. А что, автоматически нельзя, да, подобрать? Ой, сейчас я буду тыкать. Как бы очень плохо то, что далековато вот эта вся система лутания у нас стоит. Так, ну давай вот это вот возьмем. Так, здесь автоматически лутается. И вот это вот песосочка, да? И как я понимаю, на нее, на эти... А почему у меня здесь другие настройки, да? Я понял, я в 4 пальца не смогу играть. Я понял, здесь сбились мои настройки из сетевой. Ёлки-матрёлки. Опа-на! Приложили челика. Где мои члены отряда? Чё, маленький, нравится тебе? Нокнут, блядь.
Давай вот это вот все соберем. Нокнут, да? Че, у вас члены отряда есть, что ли? А мне не дали членов отряда, маленький. Так, у него была ГСС какая-то. Так, давай крюк проверим. Короче, я в 4 пальца сейчас не поиграю, потому что мне настройки нужно менять. Крюком, короче, ты присасываешься, если ты ниндзя. А где друзья? Понял. Понимаю, маленький мой. А что, радостный? Накидать отцу, что ли, решил, блин? Так, забираем это все. Все это сразу втыкается. У нас жилет есть, бро. Слушай, это папка напоминает. Я думал, колда по-другому будет, типа как Warzone играться. Но нет, она не играется как Warzone. Она по ощущениям играется как папка, понимаешь, со всеми насадками. Я... Очень странно. А почему они не сделали как в Warzone? Вопрос. Ладно, в 4 пальца, ладно, сейчас для обзора потом будем играть в 4 пальца, как бы. Если тебе сильно понравится, покатаем, прокатим. Еще здесь есть танки, типа, да? Опа! Воу-воу-воу-воу-воу! Молодой человек, разрешите к вам прижаться! Светошумовая граната. Всякие девайсы есть. Чего? Бля, мне кажется, или здесь кто-то еще есть? Крюк как-то замедленно работает. Что это у нас? Жилет уровень 3. Да ладно, все, короче, у меня все четко. Но у меня патронов не хватает, да? У меня не 5.56 же, да? Может М4 взять и ее одеть? Давай мы сделаем М4. А, приоденем немножко эту пушку, соответственно, и получим удовольствие. Посмотрим, какие у нас будут ощущения с тобой. Вот, по ощущениям играется очень приятно. Опа. Ты чё радостный, блядь? Такие они все бешеные, такие они красивые все мальчишки, ты посмотри-ка, а? Бегаю стреляю. Слушай, ну интересно играется, интересные впечатления. Ну, бля, у меня раскладка другая была уже. Теперь мне приходится играть в 2 пальца, получается. Потому что неудобно все это сделано. Ну ладно. Так, аптечки. Она мне... Тихо, тихо, маленький, тихо, блядь, перестань! А, это я нажал, это я, извини. Извини. Ну, у меня дебил персонаж. Тихо, блядь, не прицеливайся. Не прицеливайся. Вот так вот новички играют, ну, в мобильные игры. Хотел посмотреть, как мобильные игры новички играют, блядь. Вот-вот я, блядь, такой. А я уже в 4 пальца так раздавал там сетевой всем. Просто вообще, блядь, просто как бы, как делать нехуй. Значит, ладно, посмотрим. Блять, теперь тянуться сюда. Мы в зоне, в принципе, с тобой, да? Будем с тобой тигриные навыки, соответственно, реализовывать, которые у нас были с тобой получены во многих других играх, ты знаешь, отец всех шутеров. Значит, играл во все батл-рояли, которые присутствуют, соответственно, на рынках. Поэтому мы с тобой не будем песос посасывать, как говорится, а будем действовать крайне прагматично, да? Прагматично я называю вещи своими именами, скажем так. То есть мы будем действовать четко. Хладнокровно уничтожать противника, который будет к нам присасываться. Локация напоминает очень сильно мне реально больше PUBG, чем Warzone. То есть я не знаю почему, но ощущение, что я играю опять же в PUBG от первого лица с пушками из Call of Duty. Вот такие ощущения, понимаешь? То есть вот так вот, блядь, знаешь, с первого раза не скажешь, да, что колда-колда, это нихуя не колда, по ощущениям. По крайней мере, не та колда, которую мы знаем с тобой именно из Warzone. Вот на блок... Вот на Black... Black Ops она похожа. Как будто это Black Ops, понимаешь? То есть, по ощущениям. На Black Ops она базара 0 похожа очень сильно. Ну-ка, если я вот так на крюке могу прокрутиться? Опа! Не, я только прямо к нему, да, прилипаю. К дереву, например, если присосался, то крюк получается присосан у нас. Вообще, рассказывай, играешь ты в такие игры или нет? Понимаешь, вот это вот очень важный момент. То есть, насколько часто играешь в мобильные? Потому что я очень много слышал от ребят, что они играют именно в мобильную версию Call of Duty, да? Когда я спрашиваю, когда я снимаю тебе ролики по Warzone, меня ребята часто говорят, что, блядь, я играю чисто в мобилку. То есть, как бы, и получаю удовольствие в ней. Очень много техники различной. Давай смотрим, что это за транспорт у нас такой. Сексуализированный джипик. Джипик, тихо, не стреляй, блядь. Тоже, управление, конечно, у меня просто жесть. Так, а как мне? Ага, вправо-влево это вот здесь. Ну, блядь, это нужно управление все менять на самом деле, это однозначно. Сука, я думал, я все поменял, а оно получается... Опа, аирдроп. Хуя себе здесь наворочено. Так, а что мне вставиться можно? Вот у меня рюкзак. Я хочу аптечку использовать. Вот это вот неудобно мне. Как теперь закрыть? Закрыть нужно лезть наверх. Блять, у меня огромный планшет. Неужели вы не понимаете, что ли, блять? Это я понял. Слушай, ну приятно играть все равно. Я начинаю любить мобильные шутеры. Раньше не очень как-то относился к ним.
А сейчас понимаю. Нихуя тут обвесы падают. О, девочки мои. Пирожочки мои сладкие. У меня пушка теперь полностью апгрейдирована, короче, насколько я понимаю. Вот, и я начинаю любить мобильные игры. Видимо, с подачи ребят из комментариев, понимаешь? Мне пацаны пишут, девчонки, говорят, блядь, мобильные игры — это топчик, это будущее, говорят. Отец Шумор, почему ты нам не снимаешь, говорит, мобилочку? И вот я прихожу, соответственно, то в одну игру зайду, то во вторую. Но Call of Duty мне нравится по ощущениям. Знаешь, мне нравится больше, чем PUBG Mobile даже пока. Не знаю почему, но как-то есть ощущение, что может быть пока интересно. То есть достаточно приятно. Не знаю, какие здесь количество ботов, не ботов, как бы. Вот вначале там чувак расстрелял имблет, явно был челик. Вот, по ощущениям. А так, приятно играется, приятно. Так, а подкатик мне сделать здесь, блин, неудобно, видишь, клавиши расположены. Так бы я сейчас подкатывался бы профессионально, тебе играл в 4 пальца, но, к сожалению, нет. Это нужно всю раскладку менять. Ну-ка, а дай-ка я, наверное, тебе на видео это сделаю. Давай мы попробуем. Настройки сделаем, да? Смотри, своя раскладка. Синхронизировать. Во, подтвердить. Синхронизировали с сетевой? Да! А, вот эта хуйня у меня теперь. У меня теперь крюк есть, да? Смотри, как это, оказывается, можно было сделать. Ёб твою мать. Сейчас бы мне ребята бы написали, говорит, отец Шумору, говорит, ну ты дебил бы, сказали бы мне. Можно же вот так было бы сделать, бля. А я такой, ёбаный. Во! Вот, теперь я вот так вот целюсь. Все отлично. Так перезаряжаюсь. Могу бегать, подкатываться, соответственно. Вот в 4 пальца игра получается. Ты понял, да? Указательные у меня сейчас на подкате. Здесь указательные на стрельбе. Здесь на прицеливании, то есть, и все, я получаю удовольствие. Бля. Вот теперь охуенно, вот теперь можно играть. Да, в 4 пальца играются шутеры, на самом деле. Опа! Лутается. Лутается пирожочковый воин где-то здесь. Не вижу, непонятно где. Мне кажется, эта мартышка хочет меня взять. Еще кто-то бежит. Ага, смотри. На присадке работает. Где-то еще челик. Мансил, мансил. Что там у тебя? Ага, другу бежит помогать. Радостный, блядь. Васёк, блядь, вы убили Байджин Васёк, ребята. Васька, ты чё, ёбаный? Васька здесь что-то делает у нас? Васёк, ебать. Васёк, тем более, написан ник. Да, бежал помогать товарищу. Васёк, понимаешь? Но у Васька кончились боеприпасы. Васёк развернулся, уже трупом получается. Ладно, давай посмотрим, что у нас здесь. Достаточно интересно это все выглядит, на самом деле. Так, это снайпа? Нет, пулемет. Да, ты знаешь, она мне напоминает Blackout. То есть даже зона вот эта вот, все как будто это Black Ops, точнее. Или Blackout назывался, напиши мне, я просто не помню. То есть по ощущениям это именно так. Там у нас что-то интересное. Вертолет летает. Вертолет, видимо, с игроками, насколько я понимаю. Что у нас по карте? По карте у нас все окей. Неудобно, на самом деле, планшет большеват. Нужно по... Планшет надо поменьше иметь в виду. Как бы. Вот это у нас что у нас? Стимулятор? Да, это стимулятор. Соответственно, ЗБС. Броня у нас не раздрочена же, вроде бы. Да, вот стимулятором можно подлечиться. Но, как я понимаю, некоторые ползают, а некоторые игроки не ползают. Получается, некоторые в одиночку зашли, а некоторые... Рейс отправляется через одну минуту. На подходе танк. Какой нахуй танк? Подожди, а куда панк... панк, блядь, танк падает? Вон танк, видишь? По зоне видно. Хоть бы надо мной упал. Давай по траектории подбежим. Блядь, достаточно интересно, слушай. На подходе танк. Ёпта, главное, чтобы его Васёк какой-нибудь не возьмет.
Хочу танк, хочу танк. Вон танк. Бежим к танку. Вон он, вон, 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 падает. Ёб твою мать, добавили танки. Представляешь, если бы в Арзанютю добавили танки? Это же был бы пиздец просто. Ну, мне кажется, его быстро разъебывали, конечно. А базуками всякими, знаешь, вот этими всякими вещами интересными. Танк приземлился. Бля, я хочу ворваться и в эту игру плотно и поигрывать, понимаешь? Пожалуйста. Пожалуйста, никто не забирайте танк, иначе мне пизда. Сейчас все, наверное, стекутся на танк. Пока танк никто не забирает, я вижу. Пока танк никто не забирает. Бля, пожалуйста, ребята. Я первый его заметил. Это будет мой танк. Я хочу все танки, где реально хочется посмотреть. Сука! Кто там зарычал, блядь? Сука! В броне, чел. Хорошо. Хорошо. Ну все нахуй, блядь. Батька в деле, нервы на пределе, блядь. Ну че, маленький? Танка хочешь? Да, конечно, блядь. Нравится тебе, блядь? Нравится тебе быть подавленным, маленький? Не-не-не-не-не-не, это я газики выпустил. Подожди, я не знаю, как. Нахуй мне танк, если я не могу с него разъебать? Нравится, 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 ебать. Просто, блядь, голодные игры на танке, понимаешь, а все пешие. Я хуй теперь с него вылезу. Но его можно автоматом, получается, уничтожить, да, если я технику буду ебить. Ну-ка. Понимаю. Хорошо. Удобно. Удобно. Очень медленно разворачивается, да, управление, я бы не сказал, сверхудобным. Как бы, да, можно прицеливаться вот таким вот образом. Не успели, ребятки, на танк. Опа-на. Не, больше никого не вижу. Мы с тобой в зоне, и мы с тобой на танке, получается, да? Вот это да. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Вот это, девочки, мои мечты. Ладно, давай проедем на территорию, посмотрим. Карта реально напоминает мне Blackout. Вот однозначный, однозначный Blackout. Это к Warzone никак не имеет отношения, да? Это очень... очень интересно. Ну, интересно было бы, конечно, стилизацию Warzone посмотреть. Именно как вариант, да? В голодных играх на мобилке. Так, а там что у нас? Подожди, дай-ка я в прицел пойду. Там разъебчики. Там вон, видишь, бегает он маленький. Вон там он. По-моему, никого я там не повредил, да? 11 человек у нас осталось, получается. Мы с тобой, если что, на танке, да? Пушки, заряды у нас 25 зарядов остается еще. Мы можем пернуть, да, если что, танком. То есть можно показать, если ты вдруг обосрался, если ты в танке, и тебя расстреливают. А не, 11 убитых у меня, это 15 из 100 осталось. Не очень удобно, на самом деле. Планшет нужно поменьше, так что, мне кажется. Хотя, кому как. То есть, это iPad 12 дюймов, да? То есть, да, мне все хорошо видно, я вижу противника, но управление нужно делать под себя, как бы. Вот у меня пердеж, видишь, сделан в ненужном мне направлении. То есть, пердеж, который танком, да, он мне мешает двигать большим пальцем, соответственно, чтобы управлять. Ладно, давай проверим. Нам в любом случае в зону. Танчик, херанчик. К этому управлению нужно привыкнуть. Кстати, со стика еще никогда не управлял техникой вот так вот. Что там у нас? Мы пришли к тому же месту, где разъебывали мальчишек, да? Сквад. Слушай, интересно. Интересно выглядит, интересно. Я, наверное, понимаю, что реально можно залипнуть на мобилке в такую игру.
То есть, что говорится? Шмору поснимай. Call of Duty Mobile мне очень давно просит. В Инстаграме меня просит. Везде просит. Говорит, отец, зайди, посмотри нам, пожалуйста. Там теперь танки добавили. И вот тебе, пожалуйста. 7 человек осталось. Мне кажется, здесь в домиках прячется. Я бы территорию занял лучше. Пойдем займем с тобой сразу зону. Слушай, а противотанковые мины здесь какие-нибудь есть? Или что-нибудь типа того? Тихо, тихо, маленький. Тихо, едь нормально, блядь. Но это однозначно... однозначно топовые голодные игры на мобилках. По моим ощущениям. Чисто из оптимизации. Из-за того, что играется приятно, в принципе. Вертолетик. Смотри, вертолетик можно взять, полетать. Здесь челик. Смотри, прятается в домике. Маленький. Здравствуй. Эй, блядь. Прячется, блядь. Сидит, говорит, я топчик занимаю, блядь. Ну, это мои хорошие такие. У меня еще 22 снаряда есть, в принципе. По зданиям, скорее всего, ребята разбрелись. Поэтому нам нужно занять с тобой топовую позицию где-нибудь. И получать от этого удовольствие. Блять. Управление, конечно, это вообще пиздец. Ну, конечно, танк в голодных играх, а я был удивлен, когда, ты знаешь, PUBG занимали у нас с тобой... точнее, не занимали, а добавили нам с тобой БТР. Я тогда был в шоке, потому что думал, ну, блять, имба же какая-то. И он реально таким являлся вроде бы, когда только его добавили. Вот, а тут танк, блядь, целый, ты понимаешь? Целый танк, огромный, вонючий танк, понимаешь, нам с тобой дают. Я бы всю технику, которая здесь есть бы, подразъебал бы. Вон там ракета летит, чья-то. Там чел с ракетницей, смотри. А, понимаю, блядь. Понимаю, блядь. Нравится тебе? Танк вырубает. И еще по одному попал. Давай, 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 маленький. Перданем. А, вот они радостные мои. Вот они мои хорошие. Резать прибежал. Да ладно! Топ-1 это Last Squad был. Хотели с ракет отца взять. Это я понимаю, слушай, это тебе не письку мохнадить, а? Вот это я понимаю, а? Хотели, понимаешь, с ракетницы отца взять, как бы, а тут они играют на мобильном, да, прицелиться не могут нормально. Он стрелял, по-моему, в этот, я не знаю, в джип, наверное. Он думал, что джип мой это танк, получается, да? И поэтому разъебывал, соответственно, по джипу. Вот он я, да, Монашимка. Давай посмотрим, что вообще здесь есть. На самом деле интересно посмотреть. Я в меню особо не тусил. То есть, как бы, да, мы получаем постоянно уровень и прокачиваем боевой пропуск, насколько я понимаю. То есть я пока боевой пропуск не покупал, понимаешь? Если бы я постоянно играл, я бы, наверное, брал. Хуй его знает. Если ты мне лайки поставишь, я обязательно тебе поснимаю еще. То есть, если тебе такое интересно, как бы. На мобилках, сразу тебе скажу, я играю не часто в шутеры. Поэтому для меня это такой определенный опыт. Как бы, ну, как ты видишь, в принципе, все у нас достойно получается. Давай посмотрим, что у нас здесь. Обзор последней серии. Это что такое? Это что, в обновлении, что ли? Красиво, красиво, поймаю, девочка какая-то. Сетевая игра, ранг серия 5. Это, опять же, все для закупок. Везде, блядь, баблососка, понимаешь? Во всех голодных играх хотят с нами отсосать бабла, понимаешь? То есть вот они у нас скинчики, вот они у нас награды. Купите, пожалуйста, купите, пожалуйста. Пожалуйста, купите. Чтобы скинчики были, хуинчики были и так далее. Здесь, как я понимаю, прокачиваются пушки, прокачиваются у тебя какие-то жетончики, ты делаешь какие-то апгрейды, соответственно, своих пушек. Есть статистика, получается, да, у тебя там сетевой игры. Есть достижения, есть какие-то вот эти вот вещи. И, соответственно, ты делаешь себе сборки комплектов. Да? То есть я вот себе М-ку собирал, это для сетевой игры, опять же. А как я понимаю, комплекты никак не относятся, как вот, например, у нас в Warzone, они никак не относятся, вот эти комплекты, которые ты собираешь, ты не можешь вызвать комплект в Battle Royale. Вот, поэтому
Тут такой сомнительный момент. То есть получается, что это никак не относится к Варзанютевской, да, королевской битве. То есть эта игра абсолютно другая, она аутентична, в отличие от того, что сейчас мы играем, да, на ПК. И в этом, наверное, свой цимус, потому что ты можешь поиграть в Warzone, например, на ПК, да, и здесь насладиться там в Call of Duty Mobile. Теперь мне напиши, почему ты меня спрашивал Call of Duty Mobile? Потому что сам играешь или потому что прямо она тебе нравится? Вот оцени, пожалуйста. PUBG, да, мобильный, и Call of Duty Mobile. Что тебе больше нравится? Мне интересно услышать твое мнение. Мне, по ощущениям, колда пока заходит интереснее. Да, но с управлением нужно разобраться, я тебе скажу так, планшет нужен поменьше, по ощущениям. Хотя, мне кажется, под пальцы можно подобрать абсолютно все управление. То есть, как бы, здесь я для себя по-удобному сделал, но не сказал бы прям, что мне очень сильно удобно. То есть нужно что-то с этим делать, как бы. Но, опять же, это дело времени, это дело тренировок. В общем, пиши, что думаешь. Ты просил у меня давно Call of Duty Mobile, я в нее вошел, как бы, я к тебе прислушиваюсь, поэтому пиши мне. Вот. Все, секса, здоровья тебе. Увидимся на новом видео. С тобой был, как всегда, Иутес Шиморо. Пока-пока, целую. Муа.